Дождь не помеха. В поселке Малаховка состоялось праздничное открытие новой детской площадки. Ее построили по программе губернатора «Наше Подмосковье». На празднике, конечно же, побывали и мы. «Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной?» Слова известной песни актуальны и сегодня. Малаховские дети с удовольствием играют на новой площадке даже под моросящим дождем. Новые качели, карусели, горка радуют ребят. Мне очень нравится, и эта площадка очень крутая. Я таких качелей вон тех никогда не видела. Мне понравились карусели вон те. Очень весело, громко, прикольно. Здесь понравилось, красиво здесь. Вот это магия, представляете? И вкусно. Для детей накрыли сладкий стол и приготовили сахарную вату. Ребята подкрепились и принялись играть с аниматором. У детей праздник, родители счастливы. Я думаю, что вы вместе с детками будете довольны. Мы, администрация городского округа Люберцы, во главе с главой Владимиром Петровичем, работаем непосредственно для наших жителей и во благо наших жителей. Вам хорошего настроения, приятного местопровождения на детской площадке. И я уверен, что благодаря вашей активной позиции мы и в 2022 году обустроим не менее того количества площадок, которые обустроены в этом году. В текущем году установили 5 новых игровых комплексов по всему округу. За эту площадку голосовали сами жители Малаховки на портале «Добродел» в 2019 году. Сейчас началось новое голосование за выбор мест, которые благоустроят в 2022 году. Оставить свой голос может каждый совершеннолетний житель округа. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.